красный угол ринга, спортсмен спортивного клуба БНТУ город Минск, Александр Карташ! Определенные по жеребьевке, которая прошла на ваших глазах несколько минут назад. Победитель международного турнира по сальдо. Провел 4 поединка и одержал убедительных 4 победы в России. Итак, дамы и господа, спортсмен спортивного клуба «Гладиатор» город Гомель Сергей Гончаров. Поединка по Муай Тай традиционная. Итак, 3 раунда по 3 минуты. В первом поединке рефери в ринге, судья национальной категории Сергей Веселов. Перед началом боя у спортсменов есть необходимое время для особого боевого настроения сегодняшнего рыцарского турнира, который мы посвящаем нашим милым дамам. Обряд, который проходит десятки и столетия перед началом боя в стиле Муай Тай. Обряд Вайкру. Последние секунды перед началом боя. Друзья, поаплодируем людям, которые открывают наш спортивный турнир. Fire!
Если кто-то ожидал, что в первом раунде будет только разведка боем, ошибся. Как видите, сразу же, с первых секунд бой разгорелся не на шутку. Пока спортсмены отдыхают в течение этих 60 секунд, традиционная визитная карточка у бойцев в красном углу ринга. Итак, Александр Кардаш, тренер Денис Самусевич. Он же секундирует в сегодняшнем поединке. 85-го года рождения, боец, вес 81 килограмм. 14 боев провел, одержал 10 побед. Лучший результат – чемпион Минской области 2005 года по муай-тай, призер чемпионата Беларуси по сандо 2006 года. Участник четверки ИМТ 81 килограмм, затянул чемпиона Беларуси среди профессионалов в бокс-клубе «Реактор». Итак, минута пролетела быстро, впереди вас ожидает второй раунд. Пожалуйста, спортсмены на середину к рефери. Жаль, что он оказался таким быстротечным, но спорт есть спорт. Итак, дамы и господа, в силу невозможности продолжения боя, в данном поединке победу одерживает спортсмен в красном углу ринга Александр Кардаш! Эти аплодисменты наверняка и адресуются его сопернику. Замечательное мастерство боя продемонстрировал Сергей Гончаров. Спасибо ему! Огромное за этот красивый подарок нашим милым данным в честь прошедшего Международного женского дня.